Одесса может быть интересной не только для туристов, но и для местных. Всеукраинский онлайн-гид Travel Fellow насчитывает 230 памятников и знаковых мест города, а к весне локаций станет в два раза больше, обещают разработчики. Приложение позволяет составлять собственные маршруты, подсказывая, какие достопримечательности находятся поблизости. В автоматическом режиме пользователь может прослушать аудиозапись об объекте или памятнике без подключения к интернету. Стоит загрузить контент и по необходимости пользоваться им в дороге. Наша идея была подарить туристам весь город. И поэтому мы пошли с той идеей, чтобы когда турист приезжает в город, чтобы он не имел отдельных экскурсий, чтобы он получил всю карту города. Одна из ГИДЭС, с которой у нас работает, это Алена Калитинская. Она лучший гид на карантине в Украине. Вот. И ее команда, они очень, скажем так, такие креативные, у них много лет работы по Одессе, вот, и они тоже живут, горят этим. Для Южной Пальмиры авторы приложения записали более 40 часов текста. Инициатор проекта рассказывает, благодаря сотрудничеству с гидами количество объектов на карте будет только расти. Одесса сделана на украинском, российском, и уже девочки начинают начитывать на английском языке. Возможно, мы еще сделаем на иврите, возможно. Ну, скажем так, это тоже такие процессы на перспективу. Гид появился осенью прошлого года во Львове, Киеве и Ужгороде и планирует расширяться по всей территории Украины и выходить на международный уровень. В разработке карта достопримечательностей Черновцов, Чернигова, Камсо-Подольского, а также Риги.